Всем бобра и мне бобра. Сегодня я вам покажу мод, сегодня который называется... Проиграл. Так, Гэндальф, заткнись. Сегодня я вам покажу мод, который называется Middle Earth Extended Edition. Разумеется, на первую BFME. Который, как написано в описании мода, изменяет стандартные фракции, а также добавляет нам эльфов, Харадрим и Гундабад. Итак. Энники-бенники ели вареники. Мы будем играть за эльфов. Против, скажем, Изенгарда. Начинаем. Если ролик вам понравится, пишите в комментариях, за какую фракцию сыграть после. Я запишу еще. Вот, ну, а так-то, по сути, первый взгляд. Меня заинтересовало описание, но насколько хорош мод, я не знаю. Я успел поиграть за Гундабад и скажу вам... Но, правда, герои красиво сделаны. Неплохо так нарисованы, да. Ну, как в фильме, Азоги всякие, Больги и прочие. Итак. Вау. Ну, ладно. Ферма. Казарма. Ну, слава богу, хоть выглядит нормально, а не как гондорская. А то я как при виде этой иконки уж решил, ну все, пипец. У нас есть Фродо Бэггинс. Мы построили новую ферму. Сэм Гэмджи. Дайн. У эльфов. Неплохо. Нежданчик такой. Халдир, Глорфиндел, Леголас, Элронд и Гил-галад. Интересно, обычно Галю добавляют, а мне тут Гил-галад. Ну окей, хотя бы что-нибудь оригинальное будет. Так, мы можем метать булыжники земля-воздух, под плащ ныкаться, напугать фиалом Галадриэль, стать невидимым. В кольце заключена великая сила. Меня всегда интересовало, почему описание гласит «бойтесь ока Саурона». Оно же ничего нам не... Ну, оно нас просто увидит, и все, подумаешь. Это ж халява, в фильме он его хотя бы колбасило. Кстати, почему 300 стоит, а не 200? Здесь 300. О, кто-то не... Быстрее! Кто-то не доработал важную фичу, ведь вот эти вот штуки за пределами, они должны дешевле стоить. И быть второго уровня. Чтобы у тебя, как игрока, было больше смысла их захватывать. А так получается, можно и в крепости со старта все захватывать. Обидно. Берегите стрелы. Я вижу тебя. Ах ты ж мудак! Ты че меня видишь-то? Я ж... Как ты меня увидел? Говно. Я понял. Походу нельзя бесконечно находиться невидимым. Бегите, пацаны, бегите, а то нас сейчас сожрут. Нельзя бесконечно находиться в невидимости, и рано или поздно прилетит глаз Саурона и нас поимеет. Окей, я учту. У нас нет копейщиков, как я вижу. У нас есть мечники Ривенделл и разведчики Галадрим. Почему они все, блин, Галадрим? Почему не Лорина разведчики? То есть получается, либо мечники из Ривенделл прибежали в Лорин, либо галадримцы из Лорин прибежали в Ривенделл сражаться. Я справлюсь. Ну, ладно, подумаешь. Мы будем стоять. В принципе, EA Games тоже такую же херню в своих играх делали, так что это можно простить. Нам бы еще одну построить. Вот смотрите, какие заклинания получаются. Мы открываем доступ к разным видам войск. То есть у нас есть помощь Чернолесье, помощь Эребора или гном Эребора. Мы поможем вам. Они ищут кольцо! И у нас открываются новые казармы, которых здесь нет. У нас будет еще казарма Лихолесье. Я сейчас спалился, да, я немножко поиграл за эльфов. Вот. И будет, значит, казарма гномов. Что, ну пипец, как странно выглядит. Ну ладно, окей. Как скажете, пусть будут гномы у эльфов.
подумаю. Моя ноша тяжела. Возможно, автор мода потом передумает и решит изменить. Я справлюсь. Должен Мы справиться. Кольцо! Спасайте кольцо! Эти парни, кстати... Спасайте кольцо, действительно, вы что дали? Следите за врагом. Хобота убили, сволочи! В общем, эти парни довольно-таки сильны, но у них нихера нет ХП. Ну, прям вообще. Будьте готовы. Их поэтому нужно спасать. Защитим наш дом. Мы поможем вам в этом. Если они прокачаются, они не пройдут здесь. Они всех будут убивать. И стоят они очень дешево. Круто. Ну что ж, мы построим этого и этого. Мы будем стоять до последнего. Берегите стрелы, гайте внимание. Осталось. Эй, войны, поторопитесь. Нужно больше пехоты накопить. Эльфы-войны! Я не хочу в гномов играть, это какой-то долбоебизм. Берем хил и выйдем в чернолесье. Они не пройдут здесь. Я знаю, что должен защитить меня. Удар сковородкой. Мы встанем на защиту Средиземья. Окей. По 300 хп, по 400, стоит сколько? 120. О, вау, Берс. Чё-то слишком быстро. Кайтим этого гада. Нихера ж себе. Нет, типа... Вау. Это червюк, что ли, был? Пацаны, да валим отсюда. Он совсем зверь. Опасность где-то рядом. Подходи, если не трусишь. Ходи, если не трусишь. Нам нужен халдер. Блин, он дорого стоит. Вам меня не взять. Давайте ему отдыха. Моя ноша Возьмите тяжела. Его. Эх. Ну давай парочку этих пацанчиков. Еще одну штуку. Значит, одна должна быть под кузницу. Под кавалерию я не уверен. Хотя у нас есть глор для поддержки кавалерии. А как минимум одна под чернолесье. Мы можем кавалерию строить на дополнительном, вот здесь, например, здании. Так что мы берем эту точку, поставим там ферму. Так. Осторожно, приближаются враги. Тебе не скрыться. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Может, в две казармы надо было строить? За моего папашу. За папашу? Чего? Понятно, это атака по одной цели, но значит поставим ее. Защитим наш дом. Кольцо. Это тяжкий груз. Встанем на защиту Средиземья. Так, следите они за врагом. Встанут на защиту Средиземья. Стоп. Защитим наш дом. Это же у них типа луки, невидимые в руках. Я знаю путь. А мечами они хоть будут драться? А, ладно, они... Я понял. Они вынимают мечи, когда враги рядом. Хорошо. Пошли! Хорошо. Мне это подходит. Мы построим халдера. Осторожно! Приближаются враги! Хотя, на самом деле, надо выходить в Элронда первым героем. У него со старта лидерка. Сочная, сочная лидерка. Ну, да ладно. Опасность где-то рядом. Черт, подери, сюда, там берсерки. Сюда. Берсерки, страшно. Так, тут есть стрела. Блин, хобота убивают, мрази. Давай, Фродо, отомсти за своего парня. Его сейчас воскресим. Блин, дорого. Дорого воскрешать. Так, значит, казармы Чернолесья, 300 копеек. Тише. Строим еще лучников. Так, что у него тут? Кольцо! Проверим. В некоторых модах такие вот скиллы целую армию могут убить, но здесь нет. Но это хорошо, кстати. Знаю, мне не нравится, когда, тише, когда такое делают. Мы так далеко от дома. Напугай их, Фродо. Пугал, красавчик. На пятом уровне бонус для находящихся рядом эльфийских воинов. 50 урона, 50 брони. Замечательно, замечательно. Осталось его прокачать. И призыв эльфа. Да ладно, его убили все-таки. Ну это ж типа отстой. О, да, Мирквуд Гардианс.
Будем надеяться, что автор забыл просто заменить иконку. Иначе обидно очень будет. Так, 3 очка у нас есть. Пассивка для героев. Призыв союзников Рохирим. Хорошо, что Бут тупой. Он бы меня бы поимел сейчас этим отрядом. Здесь все очень быстро умирает. Кстати, я же их вроде недавно построил. А, нет, я строил лучника. Хорошо, хорошо. Мы поможем вам. Так, это лучник. Еще одни лучники. Во всех таких модах у автора какая-то просто любовь к лучникам. Миллион видов лучников, но нет блядских копейщиков. Нам нужны милишники, потому что эти парни, во-первых, они не могут грейд огня получить. Да и без грейда, ну... Я пытаюсь сказать то, что здание чем, блин, сносить. Вот. Такие дела. Давай, Халдир. Черт, там Берс. Скидываемся по Берсу. Он одним ударом весь отряд минусует практически до нуля хп. У них остается чуть-чуть совсем. Берс побежал. Ух ты, у них такое построение интересное, как и у этих. Только в обратную сторону, так сказать. Интересно. Так, Фродо, Сэмми. Сэмми, все побежали. Ну, разумеется, мы Элронда построим. Лидерка, как бы наше все. Надежда не умерла. Так, милишника нужно убивать в первую очередь. Они будут пробегать насквозь. Да, наши парни помирают. Помочку, это обидно. Энтмут за 5 кусков. Эх, жизнь боль. 5 уровень, лидерка появилась. Внезапно мы уже не лохи. Точнее, мы лохи, но не такие лохи, как были до этого. Так, этот парень 70. Мы построили новую ферму. А, то есть тут урон особо-то и не отличается, только у него больше хп. Ну, спасибо рядом. И на этом. Эти парни, кстати, могут грейд стрел огненных получить. Но так как грейд здесь находится, то нам и выгодно только этих парней стрелять. И это обидно, потому что я думал, что грейд будет здесь. Но, видимо, нет. Эльфы-воины. Давайте, нам нужно захватывать бота. Нельзя медленно. Нам нужно захватить эту сторону, построить какую-нибудь конницу. Я не думаю, что нам нужны энты, во-первых, потому что, ну что может быть там у энтов? Древобороты обычные энты, как у Рохана, я уверен в этом. К тому же, у Изенгарда же нет стен, собственно, нам и не понадобится его осаждать никак. А кавалерия может быстро заехать, все сносить и уехать. Так что мы выбираем кавалерию. Так, дальше. Этих парней мы уже отправим. У нас тут заварушка довольно-таки неплохая. Даже вас захилим, чтобы вы дольше прожили и были счастливы. Берс. Убиваем Берса. Этот уровень качает. Замечательно, замечательно. Там какой-то орк. Это орки-охранники? Забавно, забавно. Так, валим отсюда. Или этот. Тут у Элронда интересная хрень. Элронд получает 100 урона и опыта, находясь рядом с Гил-Галадом. Но все мы понимаем, что мне нужно было Глорас сейчас строить, а не Галада. Обидно. Обидно. Так, это все, конечно, хорошо, но всему есть предел. Сносим. Дальше.
И тут призывов просто как дерьма. Блин, он еще играет, он уже вышел. Ох, баф на урон мне бы сейчас не помешал. Давай еще эту сносим. Сэмюэль там качается. И призыв. Рыцари, принцы и Мрахиля, или же союзники Энты. Ну ёб твою мать, конечно же союзники Энты. Тут даже не спорить не о чем. Опасность где-то рядом. Да, вот она вылезла из леса. Помогите, помогу. А Сэмюэль умер, блин. Кольцо, это тяжкий груз. Черт, подери. А, я же нажимал. Клёво. Энты разучились камни бросать. Ну ок. Чё? Так, пойдем разрушим он там все. Я справлюсь. Должен справиться. Отступаем отсюда. Гил-Галад. Для находящихся рядом войск. Урон, броня. Вау, это чересчур много. Блин, эти... Серьезно, эти охранники перебили моих эльфов. Я немножко в шоке. Так, идем дальше. Нам только замедлить надо бот. Я не собираюсь его сносить. Как бы качаемся дальше потихонечку. Леголаса строить не буду. Как бы, чего мы не видели там у Леголаса, правда? Леголас, отстой. Скучное поебень. Вот. Сноси дальше, бро. Сноси. Чтобы он кучу времени потерял, пока будет это все отстраивать. В это время мы здесь поставим вот это вот. Построим еще парочку сюда. И одного сюда. Замечательно. Моя ноша тяжела. Теперь твоя ноша тяжела. Угу. Мы так далеко. Эльфы, от... будьте готовы. Не отставайте. Ну все. Я думаю, достаточно. Как раз они исчезли. Надежда не умерла. Не отставать! Можно грейд для героев взять, но мне очень сильно не нравится, когда эти все грейды не отображаются в статах. Ну, надеюсь, вы уже догадались, что я пробовал этот грейд брать, и в статах героя он не отображается. Из-за чего у меня появляется мысль о том, что меня как бы обманули, и грейд ничего не дает. Он, возможно, и дает, я не отрицаю, но... Из-за этой причины брать я его не буду. Вот. Следите за врагом. Сэм, не подведет. Сэм у нас построился, его плащ романтически развивается на ветру. Где Глор? Глор. Здесь от урона 25 скорости для кавалерии. Круто. Ну это все обычные, да? Да. Все обычные штуки. Так, здесь мы со старта застроимся вышками, чтобы всякие хитрожопые уруки не смогли нам разрушить. Нифига, вышек тут, мне кажется, перебор. Явно перебор. Но это клево, потому что мы поставим... А, точки только три. Угу. То чувство, когда вышек больше, чем точек для постройки зданий. Кольцо, ну, это ладно. Тяжкий груз. Кольцо, это тяжкий груз. Да, это тяжкий груз. Угу. Мы построили новую ну, что ферму. Конюшню. The shadow must be stopped. Я ранен. Я справлюсь. Да снова ты ранен, Сэмюэль. Ну что с тобой не так-то, лёд? Мы так далеко от дома. Блин, я думал, это шаркует какой-то одиночный варк. А он умер, я же его хилял, как бы, мне Сэма не жалко, мне же Фродо нужен. Потому что он более сексуальный. Ну ладно, придется тебя воскресить. Никак он пятый, ой, восьмой уровень, пардон, не прокачает. Я хочу увидеть призыв. Так, у нас есть Рохирим.
И мы этих рохерам используем для... Почему оно в эту сторону? Кто-нибудь может мне объяснить? Вау, там еще конные лучники есть. Круто. Так, кузница. Кузница. Все обычное тут. Мы уже можем изучить огненные стрелы, но бабосиков по-прежнему нет. Но мы можем пойти в ту сторону и воровать у нее точки для ресурсных зданий. Сейчас еще будет возможность призвать доломродцев. Мне кажется, я чересчур сильно покоцал Йота. И он перестал развиваться. Какие-то варги у него есть, да и все. Так, ферма построена. Мы должны защитить наши леса. Умница построилась. 560 нам еще нужно. Скорее, сэр! Скорее! I will face them. Stay quiet. Let me show you. Ушли дальше снесем. Так, ну, войско мертвых. Блин, как не прикольно. Даже у эльфов войско мертвых. Мне это не нравится. Почему бы не придумать что-то другое? Войско живых. А? Как вам такой вариант? Войско живых было бы поприкольнее. Оригинальненько. Держите оружие наготове. Кстати, у кавалерии питбокс кривой. Мы улучшили стрельбище. Быстрее. Вот оно как. Оказывается, и стрельбище мы строим всадников. Но этих парней я не буду строить. Зачем они мне? Лучников у меня и так овер дохуя. Сейчас построим кучу кавалерии и все. Ride with the wind. Мы улучшили стрельбище. Возможно, я придираюсь, но сколько тут времени? Еще не закончилось, а уже половина скилла откатилась. Хотя, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что скилл этот довольно-таки полезен, чтобы так быстро откатываться. Ну ладно. Где бы бабла заработать? Я уже всю карту захватил. А... кавалерию заградить что-то не получается. Ну, давай, инвиз. Все, сосите, демоны. Я невидимка. Не останавливаться. Ферма построена. Так, что это? Держите оружие наготове. Я как бы ни на что не намекаю. Он тебя клонировал, что ли? За мной лесные эльфы. Офигеть. Кто ж знал, что Халдер такой кудесник? Он колдун. Он некромант. Нет, некромант не тот. Кто может тебя клонировать? Агент Смит? Только Смит мне в голову приходит. Вау! Они навсегда призываются. Вот это поворот. Ну что ж, грейдим всю эту ересь. Седьмой уровень. Блин, на седьмом уровне дать опыт. Это же фигня. У него, правда, тут вообще ничего прикольного нет, но... А, окей, хил на всех. Ну, блин, этот хил более достоин 8 уровня, чем... 7, пардон, чем вот эта срань. Выбранные боевые единицы получают опыт. Ок, ок, ок. Так, нифига тут побоище. Ну что ж, мы еще построим что-то. Я хочу много кавалерий. Мы должны защитить наши леса. 300. Так, по всей видимости, нужно сначала грейдить флаги, но... А, я забыл, что в героев можно дешево выходить в этой части, когда у тебя куча статуй. Учту в следующий раз. Так, обосремся вышками.
заранее. Давайте ему отдыха. Мы поможем вам. Будет миллион халдиров. Ну да, угадаю, они навсегда тоже? Они тоже навсегда. Добро пожаловать в сказку. Так. Мы должны защитить наши леса. Блин, на последнем. Оно 300 стоит. Почему оно 300 стоит? Ну не должно стоить 300. Ну должно стоить 150. Или 2. Или 200. Или 200. Но не 300. Охренеть, медведь тоже борзеет. Давай, убейте их всех. Держите оружие наготове. Блин, все деньги за флаги. Быстрее. Обидно. Мы хотя бы сможем восстановить число. Поторопитесь. Так. Так. Еще этих больше. Какой же долбоебизм. Хорошо, хоть сам Эмрахиль не приехал. Но зато кавалерии до хера, можно пофапать что-то. Не теряйте бдительности. Будьте настороже. We must gather our strength. Пиздец какой-то. Короче, тактика. Тактика, если бы в этот мод кто-то играл по сети, берешь такой за базой, призываешь всадников и просто оставляешь. Ждешь, ждешь. Призываешь еще один отряд всадников. Ждешь. Ну вы поняли, да, систему? После чего прибегает целая арава и просто всех сносит. Кстати, а... Сарумян даже не смог продамажить своим скиллом. Наверное, броня плюс лидерка. А он не дает броню, кстати. Неужели они настолько крутые и мускулистые, что он их не смог продамажить? Может, эти призраки тоже навсегда присылаются? Они здание плохо дамажат. Ну, кстати, вся кавалерия передохла под вышками. Блин, у меня же грейды. Я... Это я так намекаю на то, что я разочарован. Ну ладно, есть энты. Да блин, пацаны, бросайте камни, вы тупицы! Ну окей. Пусть так. Гил-Галад. Доблесть эорлингов. У Гил-Галада. Заебись. Заебись. Вилья. Да, уничтожение. Ну понятно. Врагов, последний союз, призыв эльфийской армии времен второй эпохи. Армия Крова. Плохо, когда нет армии. Когда она есть, это всегда плохо. Да, но мы ее не призовем, потому что... Ну, пошли добивать, пошли. Ну-ну-ну, момент истины. Эх, они не навсегда. Вот обида-то, а. Все навсегда, кроме них. Победа, нет? Победа. Всем спасибо за внимание. В общем, вы поняли. Если вам понравилось, пишите в комментариях. Я запишу другие фракции. Пока.